Всем здравствуйте! Сегодня мы будем рисовать городецкую лошадку, вот такую нарядную, красивую. Для этого приготовьте альбомный лист, простой карандаш, кисти. В данном случае у меня синтетика плоская, толстую, среднюю и тоненькую кисточку. Еще понадобится круглая кисть, тонкая для прорисовки мелких деталей, гуашевые краски, палитру, баночку с водой, салфетку для вытирания кистей. Итак, начинаем. Простым карандашком мы начинаем рисовать с верхней части лошадки. Это будет шея и голова. Плавными движениями смотрим внимательно. Шею рисуем. Верхнюю часть шеи, нижнюю часть. И плавно линия у нас переходит в туловище. Теперь голова будет с наклоном. Ушки. Так. Спиночка. Продолжаем спиночку. Закругляем, рисуем лапки, ножки, задние ножки. Ножки будут удлиненные. Опять же, характерно для городецкой росписи декоративное рисование. Посмотрите, вторая ножка у нас будет чуть-чуть повыше, потому что она дальше от нас. Копытца рисуем. Так, передние ножки на уровне вот этой задней, переднюю, опять копытца изображаем. И еще. Так, согнули. Ну и хвостик изобразим. Пышный большой хвост. Вот такая вот лошадка городецкая. Добавим гриву. Распределим узоры. Так, и начинаем работать с черным цветом. Широкой кистью прокрываем туловище. Как кисточкой можно подправить мелкие детальки. Ушки. Так, прокрываем аккуратненько все. Лошадку, конечно, сложнее рисовать, чем птицу, цветы.
Можно потренироваться на черновике, простым карандашиком сделать набросочки. И когда у вас уже хорошо все получится, тогда смело приступайте. Уже на чистовой работе. Так, теперь трудные места. Более тонкие. Берем тоненькую кисточку. Рисуем ножки. Гриву можно коричневым цветом сделать. В городецкой росписи используются практически все цвета радуги. Нет ограничений в цвете. Будем применять яркие цвета для украшения. Так. Седло у нас будет красным. Это украшение на шее. Давайте ярко-желтый сделаем. Теперь дайте рисунку просохнуть и белым цветом начинаем оживлять нашу лошадку, делать оживочки. Тоненькую кисточку берем. И с помощью точек и линий мы начинаем прорисовывать узоры. Ставим точки. Тоненькие полосочки. Чередование опять точечки, полосочки. Так, ушки прорисуем. На гриве сделаем волнистые линии. Желтый цвет обведем.
На лапках у нас будут такие вот линии дугообразные. На копытцах. Красный цвет обведем. Сделаем бахрому. Так, нижнюю часть животика вот подчеркнем, вот так выделим. Немножко на спиночке. Хвостик. И еще на копытцах. Так, все закончили делать оживочки. Можно добавить узоры на желтом и красном цвете. Либо белого добавляем. Все. Вот научились рисовать городецкую лошадку. Все, до новых встреч. Творческих успехов вам, вдохновения. Рисуйте.